одна из самых высоких горных систем в мире – Тянь-Шань. Этот массив расположен в Центральной Азии на территории 5 стран – Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Наш рассказ пойдет об охоте в Киргизии. Нас ожидают горы на границе, Нарынская область, на границе с Таджикистаном. Высоты в районе 4-4,5 тысяч метров, минус 25 градусов. И великолепная охота на так называемого хьюм-аргали. То есть это тот же самый Марко Поло, только в этом границе обитания ассоциация Овесова вывела как хьюм-аргали. Это моя вторая экспедиция в Киргизию. После первой экспедиции остались очень добрые и теплые воспоминания о той охоте. Надеюсь, и эта экспедиция такая же будет интересная. В центральной части Киргизии находится Нарынская область. Она занимает долины и склоны гор внутреннего Тянь-Шаня и считается самым крупным регионом в стране. В этой высокогорной области страны весьма низкая плотность населения. Абсолютное большинство жителей – это киргизы. Жизнь настоящего киргиза всегда связана с лошадьми. Лошади тут особенные, поскольку передвигаются в горах только на них. Зимой надо подковать с хорошим, мы называем «трезвездочка». И надо новый подковать. Сейчас подкуем, чтобы утром через гору, через лед, чтобы было нормально. Это называется, как у автомобиля шины есть зимние, как липучка. Вот, у лошадей вот это тоже как липучка. Для лошадей, для длинных дорог. Потому что вот в горах очень опасно. Кололёд там. Вот видите, три острых. Это для гор. А летняя подкова, вот здесь зубы нету. А зимой вот три зуба. И вот сейчас мы поставляем зимние подковы. Вот ребята сейчас место делают там. И сейчас поставим новую. Что подкоба хорошо села. А если чуть-чуть будет шатать, там в горах одни камни и быстро слетают. Вот это специальные гвозди для лошадей. У него размер семерка. После почти 12-часового путешествия мы прибыли на базу компании, которая организует здесь охоту. Базовый лагерь находится на высоте 3300 метров. Вот. Завтра на лошадях
пойдем вот обрабатывать вот эти склоны перспективные. Холодно достаточно, наверное, будет. Посмотрим, какая температура. Думаю, минус 15-20 точно. Охотиться будем отсюда. И, судя по всему, уходить отдельными лагерями где-то в 2 часа ходу вверх по ущелью. Там есть еще небольшой такой летучий лагерь. Место для создания летучего лагеря. Оттуда будем тоже работать. Здесь обитает Хью Маргали. Близкий по форме рогов Марко Поло, но отличается тем, что гораздо больше база. База бывает крупная, такая, как у алтайского аргали. Аргали, он же архар, он же горный баран, он же баран Марко Поло. В этом семействе различают несколько подвидов. Архары – самые крупные представители рода баранов. Вес такого животного может достигать 180 килограммов. Длинные рога есть и у самцов, и у самок. Но у самцов они значительно крупнее и внушительнее, и могут составлять до 13% всей массы тела. Рога бывают до 190 сантиметров в длину, причем они закручены в спираль с окончаниями наружу и вверх. Архары живут на высоте от 1300 до 6100 метров над уровнем моря, в горных и предгорных районах Средней и Центральной Азии, на Памире, в Гималаях, Алтае, Саянах, Монголии и Тибете. Бараны предпочитают открытые пространства, которые находят на степных склонах гор и предгорий со скалами. На альпийских лугах, в заросших кустарником скалистых ущельях, в долинах с каменистыми возвышенностями. Они избегают густой древесной растительности. Мигрируют бараны по вертикали. В летний период поднимаются в районы альпийского пояса с богатой травянистой растительностью. Зимой спускаются вниз на малоснежные пастбища. Архары находятся под охраной. Охота разрешена только по специальным разрешениям. Численность аргали в Киргизии, вероятно, превышает 15 тысяч голов. Основную угрозу для животных представляют браконьеры, а также высокая конкуренция за пастбища с домашними овцами. И, конечно, хищники. Достаточно часто виновниками сокращения численности архаров становятся волки. Мы лошадь сейчас оседляем. Эта лошадь называется Land Cruiser 105. Гора хорошо ходит, шипованный. Погода изменилась немножко, снег идет, потеплело, но надеюсь, сейчас погода будет, может быть, получше, давление растет, вот солнце уже появляется, потому что видимость не очень большая. С одной стороны, хорошо, к баранам можно подойти незамеченным, с другой стороны, соответственно, и обнаружение усложняется. Поедем на разведку, первый день на лошадях, где-то часа два хода вверх, посмотрим по ущелью, походим вечером, назад сюда вернемся. Thank you.
группу козерогов, самую большую группу и козлов. Сейчас вот туда вот выйдем, и там будем искать баранов. Высота еще небольшая, 3400, а мы повыше пойдем. Погода отличная, безветрие, дальность, видимость хорошо, видно далеко. Так что будем надеяться, что нам сегодня повезет хотя бы увидеть баранов. У нас сегодня такой разведывательный выход. До Китая 7 километров, и мы уже почти пришли к наш второй лагерь, 2 вагончика. Здесь уже начнем сейчас баранов искать. За этими еще чуть-чуть вот такое расстояние, уже Китай начинает. Ветер плоховато от нас дует. Нашли 6 баранов, 6 самцов. Они вот там вот ходят. Сейчас они должны лечь. Мы залезем наверх и будем еще вокруг посмотрим. Может быть, они здесь не одни. Потом оценим ветер, как он поменяется, может быть, сейчас после полудня. И если что, начнем к ним тогда как-то подходить. Они вон там вот. Вон там они. 6 самцов. Сегодня 3-й день охоты в горах. Мы снарядились, взяли с собой телескоп, взяли спальники, пришли сюда на второй лагерь, оставили вещи. Сейчас поднялись наверх, ищем баранов. Одну группу нашли, там группа из 19 баранов, но там 17 самок и 2 барана. Один нормальный. Один такой молодой. Сейчас еще будем смотреть, потому что мы еще вчера видели 2 группы. В одной группе было тоже 3 больших барана. Дальше тактика такая. Сейчас время, когда они пасутся. Будем за ними наблюдать. Через 2 часа, может быть, максимум 3, они пойдут отдыхать. Они лягут. И тогда мы будем определять направление выдвижения к ним на выстрел. Вот такая тактика у нас сегодня. Ну этот ничего так. Второй молодой. Если подход даст, лучше надо подойти поближе. Вот это по речке. Да. По речке идем. Да. И там вот есть там дорожка. Да, да. И видите, это вот черный песок там. Да. Вот за него и лазим. И придется нам стрелять до 400 метров расстояния. По мере увеличения высоты атмосферное давление в горах падает.
На высоте 3000 метров давление бывает на 31%, а на высоте 4000 метров – на целых 39% ниже по сравнению с уровнем моря. Падение атмосферного давления ведет к недостатку кислорода. На высоте 3000 метров количество кислорода во вдыхаемом воздухе уменьшается на 1/3, на высоте 4000 метров – вдвое. Дышать при недостатке кислорода с непривычки трудно, но постепенно к таким условиям в какой-то мере можно адаптироваться. Сколько набрали высоты? 32 минуты 139 секунд северной широты и 74 градуса 46 минут 477 секунд восточной долготы. Координаты где-то были.
Высота 3984 метра. Погода в горах меняется. Если бы не успели подойти вовремя, неизвестно, на сколько дней бы мы зависли. Все накрыло. Хью-Маргаль, Нарынский район, граница с Китаем. Практически мы были, наверное, в 2 километрах от Китая. Все как спланировали. Утром поднялись, нашли барана, трубу определили, трофейный, не трофейный. Там была группа из 19, значит, животных, 17 было самок и 2 барана. Один был маленький, второй вот был трофейный, хороший. Дальше определили порядок выдвижения к ним. На лошадях по ущелью поднялись до высоты 3650 метров. И дальше в течение 1,5 часа поднимались на высоту почти 4000 метров. Вот. Подошли, очень хороший ветер был на нас, от животных. Подошли на дистанцию, но стреляли. Трудно было определить, потому что опустился туман, снег пошел, дальномер лазерный не работал. Я думаю, где-то от дистанции, наверное, 300-350 метров. Вот. Первым выстрелом, не знаю почему, то ли, наверное, вчера пристреливали на высоте 300, а стреляли на 4. Стрелял таким же, значит, такой же поправкой в прицел. Пуля легла чуть выше барана. И вторым, и третьим контрольным уже бегущего барана удалось добыть. Я доволен, трофей хороший. Это мой 14-й баран. Так что спасибо местным ребятам. Считаю, на вчерашний день он был такой не охотничий, он был как бы разведывательный. Можно сказать, что в первый охотничий день. И самое главное, нам повезло, вот погода. Насколько ее накрыло, непонятно. То есть, если охотиться при такой погоде, в горах невозможно, ничего не видно. Соответственно, если это на несколько дней, у нас были все шансы зависнуть в лагере просто-напросто на несколько дней. Сегодня в ночь домой, в Бишкек, в Москву. Спасибо.